Передвижная историческая квест-комната виртуальной реальности, созданная к 75-летию Сталинградской битвы, побывала в Омске. В библиотеке имени Пушкина на территории дачи Онегина разместили игровое пространство из трех стен. Участникам выдали очки виртуальной реальности, манипуляторы и предложили переместиться во времени. 1943 год. Сталинград. Дом, в котором прославленный сержант Яков Павлов 30 суток удерживает оборону. Участники должны справиться с заданиями, чтобы помочь бойцам. Ребята ищут патроны, приносят, заряжают пулемет. Также им необходимо найти деталь от рации, с помощью которой они могут ее починить и передать информацию. После этого они определяют свое местоположение на карте и сообщают об этом нашей авиации. Сообщают определенной фразой «удар по площади 9 января». И с помощью этого наша авиация может нанести удар. Ребята могут наблюдать все это из окна, что происходит на улице. В финале игры противник терпит поражение, а участники возвращаются в реальность. Это совершенно что-то новое. Таких форматов квестов в Омске мы еще пока что не видели. Интересно, потому что ты попадаешь именно в вот эту виртуальную реальность. Интересно, что происходит там по бокам, посмотреть, повертеться, как там все берется в этой виртуальной реальности. Захватывает очень сильно, и ты погружаешься в правду, эту атмосферу войны, в атмосферу 43-го года. Это действительно очень интересно. Я первый раз, в принципе, пробую виртуальную реальность. И для меня это было в новинку, было очень интересно проходить вот по досточкам. Казалось, что я сейчас реально упаду. Квест-комната «Сталинградская битва» – проект Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». После Омска комната посетит Горно-Алтайск, Курган, Санкт-Петербург, Москву и Крым.